Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Перед нами находится устройство Vivo V21E. И сейчас я покажу вам, как разрешить установку приложений из неизвестных источников. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Приложения». Здесь мы проходим вниз, выбираем «Специальный доступ» и выбираем «Неизвестные приложения». Далее выбираем «Источник», например, Chrome, которому разрешим установку приложений. Для этого нам нужно поставить здесь галочку. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.